Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на природе, недалеко от самой Валенсии, в таком прекрасном месте. Это называется деревня Сот де Феррер. Но меня сегодня привело то, что мы сегодня займемся магнитным поиском. День сегодня прекрасный. И вот у меня мой друг Серега первый кидает этот магнит. То есть, Сереж, давай, кидай. Опа. Для начала, ну, как говорится, не беда. Первый блин комом. Давай, Серег, что там у нас происходит? Ну, по камням идет хорошо, спокойно. Спокойно, да? Ага. Ну, могу сразу сказать, что испанские деревушки, они все чистые, поэтому будем говорить, на поиске магнитов здесь очень сложно что-то искать. Но вот это место, где мы снимаем, это место, ну, а калина железная есть, есть, да? А. Но это место, где люди ныряют, то есть летом сюда приходят все купаться. Там, давай, Семёш, еще раз. Ну, да. Я не специалист. Ну, ничего страшного. Сейчас потянем. Серега, тяни. Что-то там есть, нет? Да, что-то вроде. Клюнуло? Неужели? Ух ты. Есть, что-то тяну, чувствую, есть что-то. Ну-ка. А, да? Да, что-то ползает. А что это? Фиг его знает. Ну-ка. А что это у нас? Слушай, я не знаю, что это. Какая-то под... подставка, чешу. Ну ладно, пусть будет подставка. Давай мы ее отделяем, короче. Ну, уже улов тоже хорошо. Почему? Потому что мы очень много кидали просто в холостую. А даже перед съемками... Ой, короче говоря, когда испытали, мы зацепились. Получилось неудачно. Какую палку? Ну, выручалку. Какую палку? Ну, которой ты ходишь. А где она, блядь? Хер его знает, где она? Не знаю, Костя. Давай руку. Давай руку. Оставь ее, уже достанем тут. Ой. Да. Вот так вот, сука, достается этот. Ну да. Я выручил? Да, друг больше... мой, я больше не полезу, да, с тобой в воду? Нет, я почему-то, знаешь, до последнего надеялся, что у тебя... получится. Нет, какой-то костюмчик. Ну, такой будет, да? Я ж помню, короче, ты вроде говоря, по пляжу, да, ходил с какой-то непромокаемой сумкой. Короче говоря, это только показывают в красивых роликах по магнитному поиску, что вот так вот все, бах, взял и отцепил. Прилепилось так, что невозможно даже отцепить вдвоем. Вот сняли сейчас вот этот вот болт этот. И попытаемся снять, отцепить. Прилипает так, что просто мама моя, не горюй. Кошмар какой-то. Вот. Давай, Серега. Ох. Ну, круто, ладно. Какая-то беда для начала есть. Уже неплохо. Ладно, ну что, дальше? Дальше идем. Вообще хорошо. Фух. Природа здесь, конечно, замечательная. Вот в таких местах я и буду стараться где-то проводить свои такие вот поиски магнитные. О, Костя, опять что-то, да? Есть. Думаешь? Да, что-то идет тихонечко. Легенько, не как в прошлый раз, но что-то цепануло, прям чувствую. Знаешь, как это, как рыбу ловить.
Да? Тоже первый раз ловлю. Не, ну да, мы с тобой первый сегодня раз. Ага, что-то железка какая-то есть. О, большая? Подожди, что? Серьезно? Тихо. Да, тут еще скалы. Получается, все, отцепилось. Ай-яй-яй. Ну-ка, Сереж, давай что-то там. Не, туда на дно, туда за скалу. Может быть, что-то цепанет. О, вот. Она соскочила, видишь, его еле... Ты за скалу, видимо, зацепил. Да, да. А что это? Да мотышка какая-то. Да, точно. Ну и вот она, видишь, соскальзывала. Подожди, это какие-то крестьянская какая-то приблуда. Китмених. Да? Ну как это? Легона, да, по-испански. Как называется по-испански? Легона. Да. А по-русски мотышка, да. Ну вот видишь. Ох, нифига, смотри, сколько там улиток всяких. Где? Да? Внутри прям. Ну ты чё? Точно улитки. А что они там делают? Живут, наверное. Пусть мы... Не, так это смотри, это такие. Какие-то непонятные. Это вообще улитки. Ну да, а так хотелось, чтобы тут золотой дублончик. Это не речные. Золотой дублончик. Это не речные улитки. Ну не знаю. Там, видимо. Ну, может, в свое время померли, их выкинуло. Ну, не знаю, что это. Ну так, смотри, вот сохран хороший, потому что очень много мела в воде. Железо особо не гниет, как у нас в России, да. Ну да, это вот факт. Ну что, дальше пойдем? Да, только давай дальше будем. Надо передохнуть, я уж столько кидаю. Да, вот кстати с забросами я где-то полчаса кидал, и представляете, ничего мне не везет. А Сереже вот повезло сразу, он уже две вещи вытащил. Ладно, дальше идем. Да, что-то мне, Сереге партита мне нет. Ладно, Серега, я с этой стороны попробую. Тут что-то мне как-то совсем не алло. Вот. А я еще ни одной вещи не вытащил. Только магнит. Чуть не загубили. Ну ладно, сейчас попробуем что-то там еще вытащить. О! Что-то да. Ну это камни. А такое впечатление, как будто, знаешь, магнитит что-то. Ага. За камень зацепился. Все, что-то как-то не везет. А мы, наверное, на ту сторону перейдем. Тоже надо посмотреть будет. Вот. Короче говоря, не фартит меня здесь. Как говорится, хорошему танцору что-то мешает. Ладно, пойдем. Пойдем на ту сторону. Ну что, попробуем на этой стороне. Сейчас я попробую, но что-то никак. Ау! Ух ты! Ушло хорошо, нет? Нормально. Нормально. У тебя лучше кидать получается, чем у меня. Ну, подальше. Давай. Слушай, а вот 2 килограмма, они идут как, я не знаю. Или мелко там так. Не глубоко, да, по-моему? Не знаю, Кость, врать не буду. Да я тоже не знаю. О, какие-то бульбы пошли. Что-то цепануло, но не сильно-то цепануло, понимаешь? Видишь, бульбы пошли? Угу. Что-то, ну, что-то непонятно что. Вот, ну, сейчас разберемся, что там. Вот ты, зараза. Ну что-то там цепануло, но знаешь, как-то так слабо. Не очень-то убедительно. Ой. Пустой опять. Ну ничего. Раз, наверное, 7 кидаю, да? И что-то не идет никак. Ну, срывается. Что-то... Как рыбка. Да, говорю, что-то больше. Там что-то есть, но я не знаю, что там может быть такого. Что оно, понимаешь? Я даже не знаю. Вот.
что там может быть. Подожди, нет, что-то тянет или не тянет? Подожди, я что-то не могу. Точно, подожди. Я даже не почувствовал, представляешь? Я даже не почувствовал, что я тяну. Не, ну почувствовал там что-то какое-то вот. Ну чтоб так вот. Неужели так в воде легко вытаскиваешь? Подожди, это что? Ёлки, я даже не заметил, что это. Фиг его знает, что это. Дрель. А, точно. Старинная, кстати, ручная. На твою дивизию. 20 век начало. Ха, да ладно. Ну а что, тогда в такие 20-е годы пользовались. Да? 30-е. Ну прикольно. Ладно, прикольно, да, интересная. У нас в России тоже были, ну чуть другие. Смотри, модельки. А сохран вообще как будто вот, я не знаю. Подожди. Она еще и крутится. Не понял. Серега, она крутится. Нифига. Чувствуешь? Там еще механизм работал. Ну, а может в масле была, там залита была. Не, каким-то солидовым. А когда гражданскую отступали, кто-то, чтобы не тащить, никому не досталось, скинул ее и все, она там выли где-то лежала. Ну блин, ну это да. Ну, я Серега, говорю, теперь... Я патроны доставал, говорю, с гражданской, они как новые, только ну, кому-то потеряли, в общем. Не, ну, сам бы не нашел, нет, да, смотри, не поверил. И краска тут есть, и все, но не знаю я. Короче говоря, что-то уже вытаскиваем. Ну что уже, 2-1. Фух, ребят, честно говоря, вот так вот кидать, ну это как вот развлечение, это супер. Просто вот провести время, особенно поехать вот такое вот прекрасное место. Во-первых, тишина такая. Все, вон, кстати, шевелится, там какие-то животные тут ходят. Вон. Мы даже выдру да, прогнали, да? Не успели заснять, да, классная такая выдру небольшая. Согнали. Вообще интересна, конечно, тема. Нам это нравится, то есть, конечно, от этого богатым не станешь, но все равно что-то там найдешь, что-то там, ну, время провести так приятно. Я считаю, что это очень хорошо. Так что, идем. Смотри, там даже что-то шевелится, да, слышишь? О, затихло, мы затихли, Эна. Ладно, кидаем дальше, Серега. Это, Костя, это местные животные уже смеются над нами. Да? Так, ну, я отойду. Быть. Да, отходи. Серега, отходи, кидаем дальше. Вау! Ёханый бабай. Дубль не удался. Дубль не удался. Надо тоже это заснять, чтобы люди не сказали, что все они там, у них все получается. Но все равно ты лучше кидаешь, чем я. Типа мы такие профессионалы, прям куда там, знаешь. Нет, не, просто мы... пусть ребята учтут, что магнит можно приобретать на 3-4 человек и по очереди кидать, потому что... а в перерыве еще это, отдыхать. Ну, все равно время мы провели и проводим вообще шикарно. Я, честно говоря, не ожидал. Получается, что ну, даже ноябрь месяц мы этот чуть магнит не потеряли, он у нас зацепился, пришлось нам нырять. Я нырнул первый, мы не снимали, я не выдержал, сразу выскочил. Но вот благодаря Сереге, Серега магнит спас, и мы получили. Получается, снимаем этот так фильм. Ты скажи, что мы, учитывая ошибки, потом более подготовленные пойдем на это дело. Да. Это обязательно. Ну, Серега, что там, как-то здесь... Конечно, мост старинный, я не спорю, знаешь. Но что-то почему-то ничего нет. Или это из-за... Ну как нет? Есть? Ну, как вот смотришь видеофильм, видеоролики про поиск магнитный, они там показывают чуть ли не один заброс, и они обязательно что-то вытаскивают. Монеты какие-то там, еще что-то. А мы с тобой какой-то бред вытаскиваем. Вот это три вытащили. И так прокидали. Сколько часов мы кидаем уже, извини меня. Костя, у нас плюс. Мы чистим экологию и природу это Испании. Да. Да, это да. За это нам это еще может природа это... премию какую-то даст. Да, вот вы думаете, что тут что-то есть? Нифига нет. Ладно, Серега, твоя очередь. Фух. Да что-то я уже подвыдохся. Вон, смотри, я вам тут рядом кинул. Вообще что-то как-то не то самое. И надо, наверное, тянуть отсюда
Потому что тут скала не даст, зацепим, понимаешь, опять. Да, тут надо выбирать местность, оказывается. Вот. Ну ничего. Ох ты. Смотри, действительно что-то. Такое, знаешь, впечатление, как будто что-то ты цепанул, да? Но это ж там скала неудачная, кинул рядом. А такое, знаешь, впечатление было, как будто вот ты это самое, типа, шо, прям вот что-то там такое огромное лежит. Нифига он. Фу. Комара проглотил. Вон, видишь, окраина вот этого вот скалы вот этой вот. Не очень-то. Короче говоря, место, знаешь как, вроде как и говорят, что это самое, здесь и купаются люди, но здесь каменное дно, и поэтому, наверное, ничего нет. Вот, не выйдет. О, Серега, подожди, тут что-то есть. Точно есть? Вижу, что-то есть. Слушай, я даже не... Ну, там вот было что-то такое, но я думал, что оно там такое огромное, что-то там. Слушай. Точно есть, смотри. Хрена себе. А что это? Нож, не нож. Нож какой-то, блин. Может, штык какой-то или кинжальчик такой. Блин. Слушай, о, и вот эту вот штуку всегда говорят, надо закручивать, потому что можно потерять. Надо сейчас отверткой протянуть. Ребята, так это какое-то лезвие ножа, смотри. Стопудовое лезвие ножа. Просто бомба. Да, да. А теперь... Да, теперь его попробую отнять от этого самого. От шуши. Да, еще опыта нет. Как это все отснимать? Снимать с этого. Слушай, ну интересная штука. Да, да, да. А что это было, как думаешь? Я думаю, штык, потому что, видишь, просвечивается как это, кровосток такой крупный, но ножи так просто не делают. Не, ножи такие не делаются, ты что? Нет. Однозначно нет. Просто ножи... такой какой-то небольшой, знаешь. Да, странно. Ну, даже если ручка, ну, мощное оружие было какое-то хреновое. Ну, что-то погнутое. Если вот, я просто что хочу сказать, первый раз я вот кидаю этот магнит, если вы вот ролики короткие, и вот если кто-то начинает, ребят, вот с магнитным поиском, если вы думаете, что это за 5 минут мы вот это вот все приблуды тут на это самое, нет. Уже, наверное, сколько? Часа 3, наверное, да? Если не больше кидаем. То есть уже у нас как бы силы да, это... время, посмотри, да. Костя, часы покажи новые свои. А, да, он уже... Часы у тебя. Полчетвертого, 15:29, да, уже часы новые. Уже 4 часа почти. Слушай, ну я уже, честно говоря, я уже подмотался немножко. Надо уже валить. Обед. Ну, обед, да. Но... Перекусим, может, потом. Ну, ну да, перекусим. А, Костя, давай перекусим и на ту сторону, где он говорил, там, Паэлера. Или переедем, там перекусим. Давай лучше там заснимем и на следующий ролик покажем, где будем в следующий раз снимать, ребята. Вот это не будет возражаю. Интересно, потому что я уже за 3 часа, ну куда? Я, честно говоря, устал. И, честно говоря, вот, может быть, это не разочарование, не за разочарование. Ну, честно говоря, ну, нашли, да, интересно, все хорошо. Но, ладно, что... Ну, она идет по камням, ничего. Вот. Ну, ты знаешь, я думал, что 2 килограмма тянуть в воде очень тяжело. Нифига не тяжело. То есть, легко и найдет все. То есть, надо контролировать все, все хорошо. Он опять за скалу там что-то цепляется. Но... О, Серега, что-то есть. Что с имеем? Ну-ка. Ай, да ладно. Какая-то крышка. Это крышка, 100%. Что за крышка, не знаю. Может, типа, как на эти, на голландке у нас были, чтобы вот
ставить что-то казанки там. Да. Вот что-то, кстати, похоже то на пень, да, их вариант. Местный. Потому что смотри, за, типа как бы напрашивается зацепом, да, таким, знаешь, и здесь она. Это... Да, что-то такое. Короче говоря, честно говоря, после вот это когда мы лазили, проходили вот уже все в устиках, в грязи. То есть как бы. Ой. Но все равно интересно, конечно. Уставшие, но интересно. Вот. Ну что, Серега, давай так. Еще пару раз кидаешь ты и собираемся. Я, честно говоря, уже подустал немного. Так, передаю тебе так бразды правления. Так, все, давай. Ну вот мы с Сережей, короче говоря, поспорили о том, что Серега вот хочет запускать магнит вот с того моста, аж прям в середину. И типа говорит, вот там должно быть что-то. Ну я не знаю, насколько там должно быть что-то. Ну, люди здесь ходили, они ж не кидали за 3 километра. Ну да. Серег, я сейчас подойду. Вот. И чё? Вот, вот. Пил чувствуется. О, норка, смотри, представляешь, норка. Снимай. Снимаю. Это красавица. Это красавица хорёк или что там ещё? Нет, это выдра, а здесь вода, они что, живут. А. Классно, прикольно получилось с выдрой. Ну вот, и хорька посмотрели. Серег, ну там что-то хоть клюет, не клюет. Да как не поймешь. О, смотри, зверек пошел. Потому что это. Смотри, плавает. Вот это, выдра, ты видишь, выдра или кто? Потом меня снимешь. Да, смотри, какая-то выдра. Красота! И вот смотри, а так она не боится даже ничего. Божье творение. Ну. Это лучше, чем все это железо. Ну вот, ребята, как у нас все получается красиво. Вот круто. Она ушла, представляешь, нам попозировала, а вообще ничего не боится. О, Сереж, ну что там? Да вот так трудно, но мне кажется, что-то это цепанули. Потому что, знаешь, отвесно совсем по-другому. Чувствуется, да, или да, как? Да, потому что чуть-чуть по-другому чувствуется. Ух ты! Подожди. А что это? Что за палка у тебя там? Железку какую-то схватил. Арматуру. Да я что-то не вижу. А, нет, смотри, это. Ладно. Сверху вообще ничего. Ладно, не прям. Я даже боюсь назвать это. Слушай, у меня хоть я хоть и в очках, но я вижу, что это большой ножик. Вот. Так. Ага. А что за ножик? Подожди. Так, все. Это можно выключать уже. Последняя находка не делится, так сказать. Да? Что-то нормальное? Все, я пошел снимать. Давай, спускайся. Давай. Что, серьезно? Что-то такое? Что это? Короче говоря, Серега на радостях не захотел спускаться вниз. А типа мне сказал, все, иди, говорит, поднимайся. И мол, поедем домой. Все, мне больше кидать не будем. Ну, честно говоря, подустали. Причем нормально подустали. Вот. Мы уже все. Хотя Серега уже такой начинает типа того, что я такой меч поднял. Ёханый бабай, точно меч? Не, ну это новодел, ребят. Это новодел. Причем такой жесткий новодел. Как я понимаю, короче говоря, на испанских свадьбах есть такой обычай дарить меч. Копию меча Сид Кампеона. И вот это вот
есть свадебный меч, который кому-то подарили на свадьбу. И видимо, вот это вот оно и есть, что кто-то развелся и, будем говорить, выкинул этот меч. Примета плохая, такие мечи подбирать, но Серега хочет его себе. Ну, я ему его отдам. Итак, друзья, подведем мы итоги нашего первого, так сказать, металлопоиска, магнитного поиска в Испании. Итак, что мы такие имеем? А мы имеем следующее. Значит, что мы нашли? Это нашли мы. Серега, как вот эту штуку мы назовем? Ну, я думаю, это штык-нож все. Да? Просто какой-то древний, даже не гражданская, а вот, да? Наверное, раньше. Ну вот это то, что мы нашли, кстати, в этой же деревне есть у нас друг, зовут его Анхель Йопис. И у него существует свой частный музей. Вот это мы ему подарим, кстати, в птичках. Ну вот это я тоже не знаю, что это такое. Ну какая-то крышка. Я думаю, что это какая-то крышка все-таки. Потом что мы имеем? Вот это мы имеем. Это мы имеем тяпку какую-то непонятную. Ну пусть будет тяпка, да? Ну тоже старая. Старая. Не, ну понятно. Марки не видно даже. Видно, как делали. Вот это вот. Когда мы, кстати, вот эту подставку тянули, мы магнитом ее попытались оттянуть. Короче говоря, даже представляете, какой мощный магнит, что даже вот мы согнули вот эту вот ножку. Вообще. Это вообще интересная вещь, откуда-то она взялась. Я не знаю, что это, откуда эта дрель, как Серега говорит. Ну это да, это дрель. У нас тоже в Союзе были такие, я вот уже вспомнил. Ну и вот это вот подарочный меч. Серега, ты же его хочешь, да, этот подарочный меч? Ну, конечно. Да? Ну вот мы тебе его. Но я тебя сразу предупреждаю. Тема нехорошая в том плане, что энергетика плохая. Давай лучше Анхелю отдадим. Ну, я настаивать не буду. Ты подумай, потому что тема не очень мне нравится. Так кто-то развелся, а них обычно так, они те, кто разводятся, они или кидают в море, или в реку. Ну вот, хотя, это вот я там где-то что-то смотрел, подожди, где-то или здесь, или вот здесь, что-то еще написано там. Ну, надо смотреть. Короче говоря, ну это новодел, это не старинный меч, но он сделан с копии, такой был Сид Кампиадор в Валенсии. Это из этой серии. Ну вот это наш первый пробный такой поиск на магнит. Честно говоря, да, показывает все так красиво, но на самом деле не все так, как это сказать, Сереж, не все так, как, ну вот как, ну, думаешь, да? Нет, как реклама там. Да, все. Они как рекламу снимают. Даже монетки ни одной не нашли. Не нашли, да, ну то есть, ну как-то вот так вот. Ну, все равно мы время проверили вот в таком прекрасном месте. Ну и этому уже рады. Так что, ребята, оставайтесь, приходите к нам на канал. Будем стараться еще что-то показывать интересное. Всех благ вам, всего хорошего. Смотри, да, о, ребята, сейчас мы начинаем снимать выдр. Они вообще ничего не боятся. Представляете? Они идут по своим делам. И вот так. Сейчас их было две, ну не знаю, одну точно. О, вот она. Она даже к нам приплывает, она хочет даже с нами играться, как я понимаю. Она плавает так быстро. Представляешь?